Друзья, всем привет! Предлагаю присоединиться к нам и прогуляться по одному из парков Кореи. Выбор на этот парк пал не случайно. Ангелина в последнее время очень увлекается динозаврами и всем, что с ними связано. Тематических парков и музеев подобного рода в Корее предостаточно. Просто вводите в поисковик интересующую вас тематику и выбираете ближайший к дому объект. Единственный совет от меня лично – прочитайте заранее информацию по данному объекту. Обычно она находится на сайте, чтобы не просто так гулять, а рассказать детям что-нибудь полезное. Мы, как правило, забываем это сделать, к сожалению. Ой, чонмай? Омона! Ангелина! Здесь твои все одни единомышленники и ровесники. Лаборатория динозавров. А, яиц. Яиц динозавров. А. Бесплатный вход, друзья. И здесь такой мини-музей. К слову, мини-музей в помещении, в принципе, не представляет какой-то особой ценности. Все самое важное находится снаружи. Место, где расположен данный парк, куда мы сейчас отправимся, было обозначено как памятник природы номер 414 в 2000 году. Небольшая справка. Институт исследований и развития океанов Кореи в ходе базовых исследований по экосистемным и геологическим изменениям обнаружило большое количество окаменелостей динозавров в мезозойских меловых отложениях приливной плоской к югу от озера Шива. Место, где найдены окаменелости, это слой красного песчаника, мы его увидим позже, который был островом до того, как образовалось само озеро Шива. 20 гнезд длиной от 50 до 60 сантиметров были найдены на 6-7 участках в этой зоне. Учитывая, что окаменелости динозавров были обнаружены в нескольких осадочных слоях, считается, что район озера Шихва является коллективным нерестилищем для меловых динозавров около 100 миллионов лет назад. Друзья, вот так вот все серьезно. Мы идем искать яйца динозавров. О, е! Ладно. Опа. Мы в пригороде Сеула. Это город Хвасон. Здесь рядом море есть. Огромные просторы, поля, земли выделены под какой-то непонятный парк. Кто-то говорит, что в Корее большая плотность населения, мало земли. Это самый большой миф про Корею. Земли здесь пустой. Еще очень и очень и очень много. А вот население убывает, рождаемость падает. Югер, очень агатый кубкоди. Здесь похоже на русские поля, вот эти колосятся, там колосья, рожь или что там, пшеница. Довольно здесь приятно. Такая погода еще сегодня замечательная. 21 градус. А на солнышке припекает сейчас все 25. Акула наша усвистела, вообще ее. Нас не догонят. Никто догнать не может. Ни папа, ни сестра, ни мама. Здесь, да, прикольно пофотографироваться, в принципе, больше здесь особо делать нечего. Но такие вот пейзажи довольно, да, симпатичные, пофотографироваться, чем корейцы здесь немногочисленные. Обратите внимание, немногочисленные посетители этого парка занимаются, фотографируются. Очень милые, семейные такие кадры. Oh.
есть настоящие раскопки. Здесь были найдены фрагменты яиц динозавров. В общем, не просто так здесь этот парк стоит. Тут старинные раскопки. Это никакая не 3D-модель. Здесь действительно нашли яйца динозавров. Так вот люди просто посторонние ходят и здороваются. Так, это что за собис такой? Электроскутер, электросамокат. Папа самокат. Папа кат.와. 여기서 공룡들 알라고 살았어요, 여기서. 어, 여기서 공룡 살았어요, 완전 진짜. 가짜 아니고. 공룡들이 다 죽었어. Больше это похоже на либо на звёздку, либо на птичье говно. 이런 것들. 송근아, 이거 새똥이야. Это лава, похоже на лаву, да? Смотрите. 아빠 진짜 있어. 일로 와 봐. лава. Да что там опять раскопал ты, наш юный натуралист? Видите, как корейские пенсионеры, дедушки, бабушки. Куда бы вы ни пошли, в какой бы парк, в основном это будут дедушки, бабушки, которые на пенсии очень много путешествуют, как по стране, так и за ее пределами. Ой, Соня все там. Раскопки ведет. Уходить не хочет никуда. Соня! Ой, Ким Сонг Ын. И Адюшига Вэджоре. Адюши! Басарисэйо? Да. Видите, какие здесь очень прикольные камни. Очень классные. И... Чик-чик-чик-чик-чик. Все, сфотографировала. Ай, чик-чик-чик-чик-чик. Девки там не могут нафотографироваться. На все пока свои эти. На Инстаграм, на ТикТок, на все нафоткаются пока. Мы тут уже устанем. Устали их ждать сидеть. Софья Ангелину фотографирует. Ангелина Софию. Какие сингакамника? Thank you.
Море здесь не самое живописное, конечно, это море, которое... Желтое море, которое отливается, приливается. И грязевое дно, в котором собирают всякие морские моллюски. Море. 근데 한국에서는 그 그거 흙을 모래라고 하잖아요. Море по-нашему это будет море, а по-корейски море это песок. Море. Чупчи. Челина. Вау. Красота. Однако. Вода, видите, ушла. А так здесь вот вода до этих бетонных пирсов. А! Вот это ступенечки. Так ступенечки. О, да, вот, кстати, видно, как вода поступает. Видите? Ну, наверное, камера не передаст этого. Но видно, как приходит вода, прилив. И скоро эту дорогу до островов скроет под водой. О, это очень круто. Надо бы сюда камерку вот так поставить и потом на быстром режиме это показать. Видите, вот ил это, да, дно и листа, и такие вот там дырочки крупные. Это все моллюски, всякие разные там водятся. И их здесь достают и готовят в ресторанах, в которых мы, в один из которых мы сейчас пойдем. Иди уже, звезда. Сальман за чемпон, да. А дидель чичев ирки мотани. Это козяки маджо? Ирки мот... Кинсангэн гаджа! Вот здесь такая улочка всяких разных ресторанчиков, если можно их так назвать. Вот такие первые закуски нам принесли. Тут и морской еж, и морской огурец, и морское ушко, и сашими из устриц. Устриц, мидии, как они называются. Слишком скользко. Масса? Принесли бульон из мидий. Еду все приносят, приносят. Бесконечно. Что-то, это что-то новое. Здесь манты всякие разные, видите? Манты. Манты с морепродуктами. Креветки. Вот это вот я не знаю, но это... Бамбук? Да, бамбук. Как это едят, я не знаю. Из чего это? Вот такую рыбищу нам принесли. Рефлексирует? Вот так корейцы проверяют, рыбу только что убили или сколько часов прошло после ее убийства. Она должна рефлексировать от удара палочками. Вот это считается самые дорогие и самые вкусные части рыбы для плавников. Но для меня это жирновато, они жирноватые.
Дропчи. Они очень нежные, жирноватые, и вкус у них прям такой насыщенный. Считается самый деликатес, вот там, где плавники. Корейские рестораны подобного типа сделаны очень в таком небрежном каком-то стиле, совсем без стиля, можно сказать. Но всегда очень комфортно, сейчас очень тепленький такой пол подогревается, и дети кайфуют, как в бане. Один из плюсов, один из. Наконец, я увидел это видео. Вот такие вот аквариумы на улице можно встретить в Корее абсолютно повсюду, где бы вы ни были. И в городе, и за городом, и на море, и без моря. Везде стоят вот эти вот аквариумы с живыми морепродуктами. Ай, креветочки! Плывет, плывет, гребет, 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 гребет. А пругаку шпинда кисло тирокопили. Он такой... Детям после еды, конечно же, нужна еда еще. Да, они вот кое-как встали из-за стола, но что-то не хватает. Здесь есть вот такой батат сушеный, сушеный, жареный вот такими ломтиками. И еще есть личинки шелкопряда, друзья, нямушка. А это тоже едят как вместо семечек, такие ракушки маленькие в Корее. Как у нас семечки едят, так здесь едят вот эти вот ракушки и вот эти вот личинки шелкопряда. Там-там-да. Джульми. О, кораблик плывет. Кораблик, судно с рыбалки возвращается. Свежую рыбку, кальмаров везут. В Корее развито рыболовство. И, в принципе, вот все вот эти люди, которые здесь живут, которые приторговывают рыбой этой. Я уже рассказывала об этом, по-моему, в своих видео. Мужья ходят в море, женщины на побережье продают это все.